Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Subaru XV в бордовом цвете 2012 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП полный привод. На автомобиле у нас имеются рейлинги на крыше, спойлер, камера заднего вида, автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеются ветровики. Пробег автомобиля 228 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, тканевый. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, система курсовой устойчивости, электропривод передних сидений, электрегулировку зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.